Привет всем, вы на канале Bear и Game. Мы продолжаем проходить мод к Far Cry Антитеррор. Так, почитали комментарий Макарыча и Александра. У нас Windows не XP 10. А драйвер этот, я его искал, звуковой не мог найти его, в общем. Там такая вот панелька такая, когда включаешь наушники, высвечивается сразу панель, она не белая, а вот она именно какая-то черная. Какой-то HD драйвер последний. Вот я не знаю, где его найти. Я просто когда разбирался со звуком, я пожалел, что я его удалил. Блин, там просто есть такой эффект хороший, когда, ну, очень необходимый мне, да, там для звука, что я звук же делаю, там, да, чтобы мне было слышно. Вот если есть у кого там что какие вот познания в этом, где его найти, но еще-то я его не нашел, в общем. Насчет того, что там, куда нам идти, значит, мне получается. Вот это что за сохранение, сейчас посмотрю. Это получается, мы еще карту не взяли. Так, вот отсюда мне надо сваливать, по-моему, да? И идти. А куда мне идти? Так, на развилку, что ли? Звук просто отвратительный. Вообще ничего не слышу. На развилку нам надо идти. Жаль, машину сломал, блин. Там будет вторая граната. Здесь просто шариться тогда бессмысленно. Где ворота? Вообще звук просто фуфло, блин. Я даже резиночку взял, чтобы прижать наушник к уху. И все равно фигня звук. Вот сделали-то дверь, ё-моё. Вот наша машинка, все хрустит. Где бы еще машину взять, а? Здоровье, нет, ничего нет. Поедем? Нет, поедем. Пойду наверх, фиг ли делать. Развилка-то где была? Ё-моё, это ж туда так надо топать. Ой, далеко, блин. Если с последнего сохранения начать там опять эти вертолеты убивать, тоже геморройно. А, так мы рядом, ё-моё. Я сейчас здесь машину, может, найду. О, есть. Сейчас поедем туда, где трагены были, на развилку. Блин, здоровья вообще нет. Фу, ты даже прыгнуть не можешь, слабак долбанный. Поехали, у нас есть ружбас, есть. Ну поехали, фигли сейчас. Там где-нибудь сохранимся. Ох, как пьяный. Едешь. 6 гранат. Блин, походу нам далеко ехать. Ну поедем. Деваться некуда. Охренеть. Это вот если не знать, как проходить это все. Сколько здесь можно шариться? А так, с вашими подсказками мы целенаправленно. Ой, направленно. Целенаправленно идем к цели. Кто-то там нам написал, типа, отписываюсь, вы не играете в мои карты. Обещали. Пошла вон. Придурочная машина. Так, где я там ехал? Вот здесь. Мы вообще, в принципе, Сэма не играем сейчас. Просто надоело уже. С одним Сэмом подгеморройничали. Ваня там... Ваня 102, что ли? Херню сделал какую-то. Ну, нахрен он нужен. Когда сразу к бою, это намного лучше. Запрыгни туда, сделай это. Жесть, как будто посылай тебе с фигней страдать. Убивать надо в Сэме. Где эта развилка-то?
с указателями. Где-то здесь, наверное. Навряд ли я дойду. Ой, да, здоровья нет. Вот она. Вот сюда. А там карту мы будем взять, по-моему, взять. Фиг его знает, уже забыл комментарий, блин. Что там написано? Типа смотреть не могу. Блин, вот тот драйвер такой охрененный был. Просто я сейчас ни черта не слышу. Пагань долбаная. На XP субнатика не пойдет. Так что вот так вот. Ой. Зашибись, макакяны долбаные. И чем же вас гасить? Да и, блин, не то. Да ёб твою мать. Встать, встать, суд идет. Ну давай, прыгай, макака. Вы не отмечаетесь вообще. Блин, четвертый желудь. Ну все. Надеюсь, стоял там перед своим другом, показывал, как... Ёб твою мать, да сколько у вас там может быть? Шесть козлов уже. Перезаряжу, ну его нахрен. В смысле здоровья сколько, ничего нету. Давай, радар. У тебя радар в голове впечатан? Все замечает. Ёб, какие-то... Ух ты, это амбал. Как крыс. Ну давайте лошади. А то драйвер слетел, там сама Windows предложила десятка, то есть... Давайте скачаем драйвер. Скачали, и вот этот суперский драйвер был, блин. Где бы его найти вообще, было бы здорово. Параша, это реалтековская тоже, блин. Одно дело хорошее, а другое плохое. Обидно. Дело было в программе. Просто там надо было правильно все выставить и все. Я не знаю почему. Все было выставлено не так. А что мы сюда пришли? Это куда я пришел? А вот эта херня, понятно. И... Ветрюган там у нас. Что это там такое? Давай, номлок. Херня какая-то. Дом должен разгаситься, ё-моё. Оп, оп, ой, там во сколько. Так, вижу, вижу, чертила бегает. Патронов нету. Ладно, фиг с этой фигней. Не понял, кто-то шебуршит из-за того, что ни черта не слышно. И не слышно, кто там подходит. Подохли, не подохли. Вон там что-то стоит. Да блин, что ты так шевелишься-то?
На, козлина, сейчас тебя забамблю. Вот так вот. Жаль, того оружия больше нету, бля. Ты чё, там дышишь, что ли? Ты живой? Офигевший. Ух ты, и там пушка торчит. Ни черта у нас нету. Ты сам к нам пришел, да? Да. По сути дела, ты, мудень, должен просто умереть. Давай вот эту возьмем. А, у нас ничего нет. Все. Who is here? Not a bear. Ой, как сколько, представляете, сколько ехать придется, ё-бо-бо. Десять. Кто стрелял? Ух ты, я еще стрелять могу? Ах, Мудилович. Ничего нету. Там вас двое вообще, козлов. Да иди ты нахрен. Есть. Кто-то полетел. Блин, Чибис еще живой. Ой, как же ты пора. Смотрите, ничего нету. Все. И вот и что делать? Ой-ой-ой, да? Наверх топать, машины нету. Ну, на лодку я не заберусь. По-любому меня сейчас заметит. Да, да, он уже замечает. Видите, сразу. Пидор долбаный. Придется здесь параши набрать какую-нибудь, если она есть. Уроды, урод этот мудак ни оружия не дал, ничего нам. Параша. Попади ты, попади.
Есть. Еще какая-то гнида видит. Блин, ну играть неохота уже, ебу. Там козлов куча еще. Он стоит. Пни. Уберись. Говорю, не играть неохота, просто капец. Гандоны. Если здоровье наберу, тогда поеду туда. Что здесь еще есть? Уже лопухи видят. Я их не вижу. Скотина до последнего стреляет. Ну на, я здесь, убивай, ублюдок. Вот что делать? Скот. Чё ты не проходишь-то, блин? Меня уже видно? Но я иду. Одна пьяная пуля. Что это было вообще? Слепые дураки. Не реагируют на выстрелы никак. Да, ты дятел. Куда ты бежишь, дурак? Ни аптечек этот придурок не поставил, ничего вообще. Твою мать, нищая игра. На. Трайен. Кто стреляет? Темно. Блин, и так плохо, сучара ивановская. Там эти уроды бегают. Трудоголики долбаные. Пошла ты в задницу, чертова резинка, блин. С этим звуком теперь сидеть все выходные. Срань. Чё, забегали выродки?
Жесть, еще Трайген сзади. Придурки. Твою мать. Сраный ублюдок, делающий эту игру. Педрила. Пошел ты в жопу. Подожди. И здесь плохо получается. Блин, все заново тут проиграть, твою мать. Когда это дерьмо кончится? Мне просто нужно здоровье набрать. Машины нету, твою мать. За картой далеко. Придурок, где тебе спуститься? Зашибись. Автомат сверху. Вань, ты придурок. Автомат на веревке держится, да? Осел. Гандон. Где этот сраный проход? Трайгены с людьми, зашибись, твою мать, заходи, гандоныч. Получается, что нам? Одно это дерьмо. Надо беречь патроны, потому что там кобец их на том берегу, на берегу этом. Попросту не надо стрелять. Просто нужно было здоровье только, блин. Почему? Я же ту машину оставил, потому что она дерьмовая. Я не посмотрел здоровье у нее, блин. Надо другую поискать. Может, еще в ангаре есть что-нибудь? А нет, нормально вроде бы. Ну, фиг его знает. Я, наверное, врезался. Поехали еще раз. Последнюю попытку делаю за это все. Здоровье у машины. Какой бред. Долбоёб ты, Ваня, ой, дурак. Машина слегка перевернулась, уже взорвалась. Козлина, стоял бы ты здесь, Ваня, у дерева, я бы тебе все патроны в тебя бы выстрелил, придурок. Какое неправдоподобие, автомат висит в воздухе. Идиот. Машинка взорвалась при легком падении. Игра для слабаков, вообще жесть. Одно расстройство. Может, на выходных там другие игры. Будем уже играть, ну. Начнем, не начнем, не знаю. Давай один патрончик ставь. А не один даже. Я и то в гору быстрее хожу. Нельзя сделать вид. Иногда ты говоришь, лучше бы он не рождался, лучше бы его не было, этого человека, который сделал этот мод. Я даже прыгнуть не могу, слабак сраный.
Разворачивайся, брендулет долбанный. Неужели в американской армии такие придурочные машины, жесть. Дерьмо, не машина. Они ж копируют все оттуда. Автоматики. У нас таких нет. Калашников, да пистолет Макарова. И что там еще есть? Понятно, почему у нас здоровье тютю. Потому что вот так вот долбанешь, и все. В жизни так не так. Абсолютно не так. Мы так долбились. Что все нормально было. Ой, твою мать, как далеко ехать-то, срань. Время нету. Надеюсь, больше от этого человека никаких модов не будет. Со мной-то что не так, идиот? Смотри, да? Я ее со всей дури об дерево, она не взорвалась. Вообще бред. Придурочная машина. Так, куда нам там ехать? Сюда, что ли? Где эта сраная развилка? Надоело мне это уже все. Блин, опять пешком идти. По-моему, туда. Сейчас козлят попробую сверху перемить. Наверное, не получится. Снайперки мало. Некомфортная игра. Комфортная это вот предыдущий мод, когда у тебя патронов много играешь. Хлобысь того в голову. И нормально. А здесь этот типа выживалки какой-то сделал. У них патроны бесконечные, они стреляют, потому что даже не. А, ну нет, они все-таки перезаряжают. Деревьев нету. Что это такое? Бум нет, это есть. Вот этого нету. Сеня. А ты где? А, вон, вон, Сенька. Сейчас что-нибудь придумаем. А толку? Ну хорошо, я хотя бы просто посмотрю, что здесь. Потом придется, может, переиграть. Блин, неохота переигрывать вообще. Надоело это. Как это? Играть в игру и переигрывать ее? Зачем тогда вообще игра эта нужна? Сдох. А ты стоишь, да? Да ёб твою мать, сраный мираж. Блин. Есть такое оружие, которое летит 3 километра. Пуля летит 3 километра, не оружие. Что это за дерьмо? Сдох. А здесь пулька летит, блин, 100 метров или 200, сколько там, непонятно. Труба вообще какая-то. В миражах уже человек стоит, не попадает. У кого-то явно проблемы, не умеет вообще понимать, как все устроено. Убери ты свое сраное оружие, во. Нет, вот это возьмем. Ой, срань кончилась. Что там еще есть? Есть. Чё стоим? Кого ждем? Шляпа.
Какой-то фуфел подох. Пошли позыним, хотя бы что здесь есть. Блин, мудил еще живой. Надеюсь, ты подох. Пошли посмотрим, что там лодочки можно будет доехать. Долететь. Не, не. Точно можно будет их с берега там подбомбить, наверное, может быть. Все, кто-нибудь еще выстрелит, труба. Странно, почему патронов тогда хватило, тогда не хватило, бред какой-то. Вань, ты тут колдуешь? Кто? Здесь. Да кто, ёб твою мать? Вот урод, а. Я увидел, кто это. Вот тот уродец там вот сидит. Гандошник. Паскуд. Ну сколько вас может быть-то здесь? Дайте мне посмотреть, что здесь есть. Так, пусто. Ой-ой-ой-ой. Мочу-то, не надо мне мочу-то. Ой, Сеня аптечку положил. Прыгай, придурок, ты чё застрял? Броня. И где здесь граната? Ой, это граната. Взрывчатка. Чё-то я ничего не вижу. Где она? Ну, остается сюда, сходим, все. Сохранение, я думаю, что не будет, все переигрывать придется. Хотя бы взглянуть, что здесь. А, есть, действительно. Есть, да. Точно, есть. На этом дерьме ехать нельзя. Блин, ну сыграли нормально. Так сказать, в скобках. Что это было? Что это было? Жесть, вот на этом месте что-то взорвалось. Ух, ну вы видели это, да? Перемотаете, посмотрите, как это такое может быть? Какой-то взрыв? Он что, запоздалый что ли был? Я не понимаю. На, куда-то туда. Оттуда я шел. Обратно туда ехать, да, получается? А зачем туда, я забыл? А, потом, чтобы по тропинке туда куда-то спуститься. Фиг его знает уже. Забыл, завтра почитаю внимательно. Может, Ваня тут сохранение замутил какое-нибудь? Сейчас здесь подохнем. Ой, разлетелись козлята. Молодцы, да. А что здесь? Да скидывайся, парашютист ты долбанный. Иди ты с своими припасами.
Ладно, поиграем еще пока. Не могу сюда помочь. Пока я сейчас. Ой. Аптечка. Ой, да ты прям сел. Умер и сел, да. Пшел вон. Пофигу мне на твои припасы. Вот так вот. Здесь даже можно стрелять в ноги. И кого-то убить. В ногах тоже есть хорошие органы, которые можно убить человека. Ёпты мой, давай строя там козлов. Ах, вы скоты. Забыл, да, забыл. Это что было? Пока. Пока.